Вы же в Крым, а сейчас сколько времени? Почти два. Объяви, пожалуйста, Оксану, потому что ты там не лучше, что ты не живите. Так, пошла группа. Димон, где телек? Посмотри. Третий помощник председателя Сафарова Оксана, профессор Государственного университета физической культуры. Кандидат мастера спорта, которого Оксана стала серебряной призеркой первенства России среди юниоров, а также обладателем Кубка России. Всего 5 подъемов ей не хватило для того, чтобы выполнить норматив мастера спорта России. Следующая смена. Из этой категории до 60. Нет. Берем до 68 килограммов. Открываем вместе. Вышел. Первый дверь. И дальше чуть-чуть вот тут раздевалки. Направо. На первый вопрос победу Екатерина, второй от первого и это третий Екатерина Ксения. На четвертый вопрос. Третий Анастасия, пятый Вашурцева Светлана, шестой третий Екатерина. Следующая смена. Свет. Свет. Сто двадцать, 121, 122. Шесть минут прошло. 128.
Ты работай. Какая тишина стоит в зале. Тридцать секунд, для себя, просто для себя. Хорошо. Десять секунд. Пять, четыре, три, две, одна. Стоп!